Сергий Радонежский, Нил Солнский, Серафим Заровский, Иоанн Шалкальский. Вон там следующий, видите, дальше Силуан Афонский, Оптинский, старец Амвросий и Величковский, Паисий. Здесь Владимир, понятно, Антоний Печерский и Феодосий, святой Петр, митрополит Московский и Алексей Московский. Ну а сербские, понятно, тут вот уже как мы... Савва сербский, цетинский, Петр. Вы были в Цетине уже? Нет. Нет? Нет. Вы еще ничего не видели? Нет. Все? Там же рука крестителя. Ну, да. Вы знаете теоретически, а сейчас в практике будет. Мы отправили туда своего мастера, его научили. Он это сделал, еще будет Матерь Божия с той стороны. Лука, архимандрит, друг мой. Ну вот, его очень любили. Сейчас вот приходит множество. Каждый год мы... Всего лишь 5 лет прошло со дня смерти. А здесь он нарисовал Христа, а там Дайвабский монастырь и старца изобразил, ага. Симеона. Такая не очень обычная композиция. Это одна из древних композиций, где вот интересно, что Петр в конце стола, да, а тут вот как бы... Иоанн Богослов, понятно. И, ага. И видите, такая тайная вечеря, которая вечности, не историческая, поскольку все Штайбер тут за вечность. А нету Иуды. Да, вот, Иуды здесь нет. Иуды здесь нет. 12? Нет, 12 уже там как бы Матфей. Который... А, уже Павел. Да, да. Павел там. И Павел есть, да. А, Павел. То есть вот, видите, там, который, да. И, то есть это такая как бы трапеза, литургическая трапеза, которая в вечности существует. Так, по крайней мере, художник хотел изобразить. Александр Павлович, это выяснилось из бесед с ним.
Петра, с... который в западную церковь, значит, символизирует, он посадил в конце трапезы, а восточная православная церковь на персях. Но он уже старец, видите, а вообще историческая, он же самый молодой. Он был молодой тогда еще, видите, поэтому тут немножко такая, как сказать, хотя... Канонически все верно. Все верно, нет, нормально. Тут и в древние изображения точно так же старцем изображают Иоанна Богослова. Свою, и у небеше сестра по имену Марија, која седе под ногу Исусових и слушаше беседу Његову, а Марта се заузела да га шта боле услужи, и приступивши му рече: Господе, Господе, зар ти не мариш, шта ме сестра моја остави саму да служим? И држе поведничку без му, поючи, кричи.
и благоречи. Приехали еще. Видишь, с праздником.